Итак, всем привет! Я снова очень-очень рада приветствовать всех вас на моем YouTube-канале. У меня все еще потрясающее солнечное весеннее настроение. Очень-очень надеюсь, что у вас оно тоже такое же солнечное, такое же яркое, позитивное и светлое. Я продолжаю рассказывать вам про свои новинки по уходу за кожей, телом и волосами, но в этом видео вы уже на самом деле молодцы, вы посмотрели два моих достаточно больших видео с огромным количеством моих новинок по уходу за кожей лица, а сегодня я хочу вам рассказать о моих новинках декоративной косметики. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересного. Итак, я хочу начать свое видео про новинки декоративной косметики с новинки от марки Bobbi Brown. Как вы знаете, марку Bobbi Brown нежно и нежно люблю. Это тональная основа от марки Bobbi Brown. Это Skin Long Wear Weightless Foundation SPF 15. У меня в данном случае оттенок 3,5 Warm Beige. В данной марке вышло, если я не ошибаюсь, 20 оттенков различных, поэтому каждая девушка сможет подобрать для себя именно тот, который будет идеально сочетаться с ее тоном кожи. Я выбрала 3,5, это такой один из самых универсальных оттенков. А данная тональная основа сейчас на мне, на моем лице. Вы можете увидеть, собственно, как она ложится. Ее можно носить как с помощью пальчиков, так с помощью бьюти-блендера, так и с помощью кисти. Вот конкретно сейчас для этого видео я наносила данную тональную основу с помощью кисти. Почему я так ждала эту тональную основу и чем она такая крутая? На самом деле, я уже очень давно ждала, когда же наконец-то Bobbi Brown выпустит тональную основу для комбинированной жирного типа кожи. Так вот, это именно она, это не просто тональная основа для комбинированной жирной кожи, это тональная основа нового поколения для комбинированной жирной кожи. Она имеет очень-очень легкую текстуру, она очень-очень классно тушуется, она очень-очень легко наносится. Вы ее совершенно не чувствуете на вашей коже, она совершенно незаметна на вашей коже, то есть это абсолютный такой вот эффект второй кожи, и при правильном нанесении, при нанесении тонким слоем данной тональной основы совсем на вашем лице не видно. Она дает матовый финиш, но вот не совсем такой вот total-total матовый финиш, то есть ваша кожа все равно сохраняет какое-то такое естественное сияние, естественное свечение, но при этом данная тональная основа, она контролирует выработку себума, она контролирует вот те у нас зоны, которые быстрее становятся жирными. Данная тональная основа, она стойкая, она держится на лице целый день. Я тестировала данную тональную основу как в период зимних холодов, так и в период весеннего такого достаточно активного солнышка, и при нанесении данной тональной основы утром действительно поправлять ее не приходится. Один раз спустя 6 часов после нанесения лично мне достаточно ее чуть-чуть припудрить в Т-зоне, и все, тональная основа остается, никуда она с моего личика не исчезает. И вот мое личное наблюдение, что через несколько часов после нанесения она выглядит на лице даже лучше, чем непосредственно сразу после нанесения. Она вот в такой вот бутылочке, стеклянной бутылочке. Здесь у нас объем, сейчас я вам расскажу, 30 мл. Вот такой вот есть у нас крышечка. И вот такой вот носик-дозатор, который, собственно, выдает вам ровно столько тональной основы, сколько вам нужно. Данная штука очень-очень классная, данную тональную основу активно рекомендую, совершенно она меня не разочаровала. Ну, марка Bobbi Brown, она вообще, честно говоря, очень редко разочаровывает, потому что очень крутые составы. Марка Bobbi Brown постоянно старается изобретать что-то новое, постоянно радовать нас какими-то крутыми новинками, и средство, крутое средство рекомендую. Еще одна новинка, которую я долго ждала, которая анонсировалась, это новинка от моей любимой марки Becca. Как вы знаете, что одно из моих любимых средств для того, чтобы спрятать темные круги или какой-то такой легкий недосып, следы усталости на лице с помощью макияжа, это Undry Brightening Corrector от марки Becca. А сейчас в марке Becca появилось еще два средства для ухода за зоной век. Это вот такой вот
у нас зелененький квадратик, это у нас антифатиге Андрай Праймер. Это непосредственно праймер, собственно, так это и есть. Это праймер, который мы наносим на кожу наших век под тот самый корректор. Он вот такой вот зелененький. У него в составе есть ментол, он холодит очень приятно, обладает дренажным эффектом. Достаточно вот так вот сделать, взять пальчиком необходимое количество средства и вот такими вот надавливающими движениями нанести данное средство на зону ваших век. Ну, сейчас я вам показываю поверх макияжа. Естественно, в идеале все это делается на чистую зону ваших век, на которой вы нанесли только увлажняющий крем для век. Данное средство зону ваших век выравнивает, делает ее более гладкой, заполняет благодаря силикону, входящим в состав, все мелкие морщинки, увлажняет благодаря гиалуроновой кислоте, обладает, как я уже сказала, охлаждающим эффектом и обладает легким дренажным эффектом и готовит вашу кожицу к последующему Undry Brightening Corrector. И третье средство, которого у меня еще нет, это специальная пудра для зоны ваших век. Ну, на самом деле, я думаю, что прям отдельную пудру для зоны век, она, это такой вот не самый, на самом деле, обязательный гаджет, но я вам обещаю, что в ближайшее время покажу вам еще одну новинку от марки Бека, которая на самом деле заслуживает внимания. Это специальная пудра мелкодисперсная, финишная пудра от марки Бека с гиалуроновой кислотой. Обратите, пожалуйста, внимание, супер средство для использования в период моря, в период пляжа, в период, когда у нас воздух сухой, и кожа наша летом от солнышка и от ветерка активного будет подсыхать. Вот это то самое супер средство, которое творит с кожей чудеса, позволяет не только обновить макияж, закрепить его, но и позволяет увлажнить нашу кожу и в течение дня добавлять нашей коже увлажнение. Итак, ждите, пожалуйста, достаточно скоро данный обзор появится. Еще две новинки, которых не могу вам не рассказать, это новинки от моей любимой марки Herborian. Herborian — это марка корейская, у Herborian очень крутые средства по уходу за кожей лица, и также у Herborian есть очень клевые гаджеты, которые я бы отнесла больше к разделу декоративной косметики, но они на самом деле такие оба средства, они находятся на грани уходовой косметики и на грани декоративной косметики. Первое средство — это у нас BB Drops от марки Herborian. Это абсолютная новинка от марки Herborian, которая появилась в продаже этой весной. Объем средства 20 мл, но откручивается. BB Drops у нас есть вот такие вот капельки, и в таком же цвете розовом марка Herborian выпустила BB маску. Это тканевая маска, мономаска, которую вы наносите на вашу кожу, и она с вашей кожей творит чудеса. В данном случае вот такое вот средство, видите, с вот таким вот пластиковым маленьким носиком. Вы выдавливаете всего несколько капель данного средства, смешиваете его с вашим базовым дневным увлажняющим средством и получаете эффект baby skin. То, что называется кожа младенца, с таким естественным сиянием, ровным тоном. Это средство можно использовать двумя способами. Его можно использовать, первое, как праймер перед вашим макияжем, для того, чтобы придать вашей коже легкое сияние, улучшить ее цвет, выровнять какие-то недостатки, сделать кожу более ровной и увлажненной. И второй способ использования данного средства – это самостоятельно в те дни, когда вам хочется не использовать макияж, в дни no makeup makeup. То есть вот когда от макияжа вы отказываетесь полностью, но все равно вам хочется, чтобы ваша кожа выглядела холеной, выглядела здоровой и сияющей, вы, как я уже сказала, смешиваете несколько капель средства BB Drops от марки Herborian с вашим базовым дневным увлажняющим средством, все это на ладошечке перемешиваете и полученную консистенцию наносите пальчиками на ваше личико и даете ей впитаться, крем придаст сияние, крем выровняет текстуру. Самостоятельно данный крем на кожу наносить не рекомендуется, потому что он может вашу кожу пересушивать. А вот вместе с увлажняющим средством эффект будет вот как раз вот то, что доктор прописал.
Ну, конкретно на моей комбинированной коже, на моей жирной данное средство, наверное, все-таки на Т-зону наносить и совсем не припудривать я не могу. То есть мне приходится данное средство припудривать, а вот для всех обладательниц нормальной и сухой кожи данное средство позволит действительно создать эффект baby skin и придать такого вот сияния, здорового свечения, молодости и красоты. Еще одно средство, за которым мне пришлось погоняться от марки Herborian, это вот такой вот бальзам для губ Matte for Lips. Как вы знаете, подобный бальзам, вот конкретно именно этот бальзам, в одном из своих последних видео расхваливала Лена Крыгина. Как вы знаете, что все те средства, которые расхваливает Лена Крыгина, они мгновенно раскупаются, они исчезают с прилавков, и когда я через 2 недели после выхода данного видео приехала в Москву и попыталась данный бальзам найти, данный бальзам купить было нигде невозможно. Ни в монобутиках Herborian, ни в интернет-магазине Herborian. Ну вот, короче, все разводили руки, говорили, что извините, пожалуйста, данный бальзам, он выходил в зимней лимитированной коллекции, он раскуплен, и, собственно, остатков нету, и совершенно непонятно, будет ли он перевыпускаться. А я, как вы знаете, маньяк-бьюти-голик, я если вот что-то очень-очень захочу, то мне обязательно это надо добыть. В результате, проведя ряд манипуляций в интернете и небольшую разведку, я купила один из последних бальзамов, который, в принципе, был в наличии в Москве. Он был на складе интернет-магазина Ильда Батте, который также продает косметику по уходу за кожей лица от марки Herborian. Поэтому мне повезло, я стала счастливым обладателем этой супер баночки. Почему я так гонялась за этим бальзамом? Это бальзам, он вот такого вот красненького цвета. Это бальзам для губ, который дает очень такой классный шелковый матовый финиш. Вот на мне сейчас аналогичное средство, только это у нас красненькое. А на мне сейчас аналогичное средство, это средство от марки Chanel, и оно розовое. И оно у меня использовано на веках, как вы видите. Оно у меня использовано на губах, и оно у меня использовано на щечках, потому что я вообще, честно говоря, в последнее время очень люблю такой монохромный макияж в одном оттенке. И когда я беру один продукт и использую его для придания цвета моему лицу. Так вот, данный бальзам, он не только придает оттенок такой вот очень мягкий, приятный, красный, что очень круто сейчас будет в весенний-летний период. Он также обладает очень такой классной шелковой текстурой, он выравнивает кожу губ, делает ее идеально гладкой, он очень круто смотрится как на веках, так и на щеках. Это еще одно такое супер средство 2 в 1, 3 в 1, которые я очень-очень люблю. То есть это такой универсальный тинт, который вы можете вот буквально там наносится за несколько секунд, пальчиком нанесли его на губки, вот так вот нанесли похлопывающими движениями, аккуратненько растушевали на ваших щечках и буквально несколько мазков на веки, и вы уже юны, свежи, как майская роза. В принципе, достаточно подкрасить чуть-чуть реснички, пройтись гелем по бровкам, и можно уже выходить. Вы замечательно выглядите, вы ухоженные, следы усталости с вашего лица исчезли. Данные два средства могут работать очень неплохо вместе, данные два средства очень неплохо работают по отдельности. Марка Herborian продолжает удивлять, марка Herborian продолжает радовать очень-очень крутыми продуктами по уходу за кожей из декоративной линейки, поэтому это вот прям must-have. Очень надеюсь, что все-таки данное средство перевыпустят, потому что оно пользовалось огромным спросом, и что все желающие все-таки смогут данное средство от марки Herborian приобрести. И еще немножко о моих новинках. Сейчас я вам быстренько расскажу о вот такой вот красотке. Это моя первая кисть от марки Zoeva, которую я, кстати, привезла еще из моей поездки в Берлин осенней, но я про нее вам еще не успела рассказать. Это у нас Luxe Face Focus. Это из линейки Rose Golden. Они там есть с черной вот этой вот ручечкой и есть вот в такой вот розовом золоте. В розовом золоте мне очень-очень понравились. Я для себя взяла вот такую вот натуральную кисть, беленькую, такую вот направленную, для того, чтобы с помощью нее
рисовать контур для того, чтобы наносить аккуратненько румяна. И, в принципе, также подобную кисточку очень-очень удобно использовать для того, чтобы припудрить вот ровно те зоны лица, которые нужны, и не заходить, соответственно, на те зоны, где у нас с вами кремовые продукты, и где нам ни в коем случае нельзя нарушать вот тот вот Natural Glow, которого мы до этого так долго добивались. Кисточки Зуива действительно очень-очень классные. На самом деле, уже приехав, уже вернувшись из Берлина, поняла, что пожалела о том, что взяла для себя только одну кисточку от марки Зуива. С удовольствием продолжу свое знакомство с маркой Зуива, тем более, что в этой марке есть не только потрясающие совершенно кисти для макияжа профессиональные, но еще и очень крутые различные палетки для макияжа. И еще два средства, о которых бы мне хотелось вам рассказать, это вот такие вот два средства для губ. Один это у нас стойкий тинт Smudge Proof Lip Stain. Это у нас тинт от марки Sarmé Cosmetics. Он вот в таком вот розовом оттенке, и это фактически, на самом деле, это фломастер. Это тинт, это очень крутое средство, смотрите, это тинт в виде фломастера, который вы также можете нанести на губки, который вы можете нанести на щечки и который вы можете нанести на ваши веки. Если в период летней жары и все, что касается пляжа, вот подобные истории на кремовой основе, они все-таки будут течь, и на жирной коже они будут не очень стойкие, то подобные тинты на водной основе как раз будут очень-очень стойкими, будут очень круто работать на жирной комбинированной коже, будут позволять вам придать оттенка вот ровно тем зонам, которые им нужно. Они, если в первые несколько секунд вы успеете их растушевать, данные средства очень-очень хорошо тушуются, и в следующий раз вам обязательно покажу вариант такого вот универсального пляжного макияжа с вот этим вот тинтом для губ от марки Sarmé. В принципе, марка Sarmé меня очень-очень заинтересовала. Sarmé — это у нас марка декоративной косметики, профессиональной декоративной косметики из Лос-Анджелеса. Марка очень крутая, в которой есть целый ряд продуктов, которых я, честно говоря, не смогла найти ни в одной другой профессиональной марке. Марка, которая действительно заслуживает внимания. Марку Sarmé вы можете найти в магазине Beauty Level в торговом центре Европейской. Марку Sarmé вы можете найти в официальном шоуруме марки, который находится в гостинице Aerostar. Обратите внимание, действительно, прям вот какие-то штуки крутые-крутые. Сейчас попробую вам показать свотч. Вот такой вот очень-очень приятный розовый. Видите? Он прям крутой. Его можно тушевать, его можно наносить в несколько слоев, и тогда он будет более ярким. Treatment Cosmetics Beverly Hills. Прям круто-круто. Марки Sarmé твердая пятерка. И последнее средство. Это вот такой вот Mega Modern Metals. Это помада от марки Model Rock Cosmetics. Вот такая вот красная помада с шиммером. Это на самом деле нереально крутое средство. Я ее когда увидела свотчи на данную помаду, я поняла, что я ее безумно хочу, потому что я ее нанесла и поняла, что я себя ощущаю просто реально с этой помадой. Она, конечно, яркая. И это такая помада Statement. Это у нас уже помада, то есть у нее кисточка. Вот такая вот. Кисточка-аппликатор. Туба. Она совершенно потрясающе пахнет какими-то конфетками. Ее хочется съесть. Вот на нее свотч. Помада очень-очень крутая. Вот сейчас я вам попробую показать, чтобы вы увидели, она очень-очень красиво переливается. У нее мелкий такой вот золотой шиммер, мелкий-мелкий-мелкий. Смотрится правда круто. При нанесении данной помады очень важно четко прорисовать контур губ. Смотрится круто, но совсем на ненакрашенном лице, конечно, подобные яркие помады смотрятся странновато. А вот если вы сделаете хотя бы вот такой вот нейтральный макияж и потом нанесете данную помаду, то вы на самом деле будете звездой любой вечеринки. Очень рекомендую обратить на линейку помад Mega Modern Metals ваше внимание. Данные помады с вот таким вот шикарным золотым шиммером, они есть в Model Rock Cosmetics в разных оттенках.
Можете, как я, выбрать вот этот красный и ощущать себя Рианной. А можете выбрать что-то другое и потом написать мне о том оттенке, который понравился вам. Итак, я очередной раз вас благодарю за то, что вы все это время оставались со мной. Мне безумно приятно, что та информация, которой я с вами делюсь, она оказывается для вас полезна. Спасибо большое, что снова посмотрели про все мои новинки. Поверьте мне, я не хвастаюсь, я делюсь с вами теми средствами, которые я обнаруживаю, теми средствами, которые я выискиваю, стараюсь выискивать все самое интересное, стараюсь выискивать все самое необычное, для того, чтобы это пробовать самой, для того, чтобы этой информацией с вами делиться, для того, чтобы вам рассказывать и рекомендовать только о тех средствах, которые правда классные, классные, которые действительно работают, и лучше которых на данный момент на рынке нет. Если вам понравилось данное видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, если вы еще не являетесь моим подписчиком. Как я уже говорила, видео по уходу за кожей лица. Если вам интересно узнать про эти розовые прядки, тоже, пожалуйста, оставляйте запрос. Я с удовольствием вам про свои розовые прядки расскажу. Итак, спасибо большое, что оставались со мной. До скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока!